Макароны популярны не только в Италии, но и в принципе по всему миру. Во Франции их любят не меньше, чем на родине, поэтому придумали немало рецептов приготовления этого блюда. Если вы хотите знать, как приготовить французские макароны, то просто прочтите этот рецепт. Такой ужин понравится каждому члену вашей семьи, нехитрый в приготовлении он, к тому же, очень сытный и вкусный. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите ее по вкусу, влейте растительное масло, чтобы макароны при варке не склеились, опустите в кипящую воду макаронные гнезда, варите столько, сколько указано на упаковке. Поставьте сковородку на плиту на средний огонь, раскалите ее, влейте растительное масло, лучок нарубите квадратиками, пассируйте его на сковороде, он должен приобрести приятный золотистый оттенок. Ветчину порежьте кубиками, шампиньоны или же любые другие свежие грибы тщательно промойте и нарежьте кусочками, чтобы они были такого же размера, как и ветчина, выложите оба ингредиента на сковородку, обжаривайте вместе с луком. Теперь добавьте в сковородку сметанку, перемешайте ингредиенты, убавьте огонь до минимума и накройте сковородку крышкой, оставьте блюдо тушиться на 2-3 минуты, затем откройте крышку, поперчите и посолите блюдо. Жду ваших лайков и комментариев. Выключите огонь, добавьте в блюдо вымытую мелко рубленную зелень и пропущенный через пресс чесночек, перемешайте, накройте крышкой и дайте блюду настояться около часа. Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Макаронные изделия 250 грамм, лук репчатый 200 грамм, масло растительное 3 столовые ложки, ветчина 200 грамм, шампиньоны 200 грамм, сметана 100 грамм, жирное, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Заходите в гости.